Ну, мы вот тут вот смотрим, еще до шпионажа мы не дошли, когда только стоял с костюм. Без шпионские операции можно. И на боссов. Ну, правильно, ну можно пару шпионов заслать и чай там сразу тебе карты. Ну, он может дать эффект. Но он меньше развивается, а когда уже шпион развит, допустим, третий, ну выше второго, третий, то если он его поймает, то его и менять надо. Или, ну, уволили, время ушло. Типа у нас было много шпионов, у которых хороший уровень, то когда пристелся, то поезжать рискованных шпионских операций. Ну, на читере это намного там. Даже она была средняя, стала низкая. Там и низкая вообще там. Ну, типа не ловит. Опасные операции будут там средние. С большей даже это. Ракетная установка. Время перезарядки ракеты 33%. То есть если они кто-то обогнал, и они сошпионили, то это получилось. Это... А вот линкор автостроительства, автоинженерия. Тут линкор там. Там Титан. Ну шпионы, если они технологии получают, то. Ну, с обменом, плюс еще каким-то хитрым обменом. Технологии можно... Технологию хорошо бы туда подрасти до того момента. Ну, когда уже линкор или Титан еще безопаснее. С экраном вот эти моменты по графику. Но мы так и планируем, чтобы выйти на мои по графику, а потом что-то. Ну, гравий поля, в зависимости от того, как растянуто. Конфигурация. От конфигурации зависит. Это, да, управление круто, но вот эта штука, она... Экспорт. Экспорт производства, ну, очкпоинтов производства, на планетологию. Вот эти гиганты, да, кстати, газовые гиганты, это огромные планеты, которые какую-то мощь империи принесут. Но туда без улучшенного корабля не залезть. И плюс надо обязательно, чтобы было... Антигравы были. Вот искусственная гравитация. Ну, идеально, генератор гравитации лунная. То есть орбитальная верфь, она так. Орбитальная верфь, она выгодна где? Ну, типа мини-маус, который, чтобы он не космолив, космолив должен все делать. Второе, орбитальная верфь, там может 3-5 туров, а лифт 9-12. То есть в 2-3 раза дольше, ну несколько раз дольше. И если он плюс один кредит, не сильно тогда, тут 20 там, 30. И чтобы что-то оно выпускало. Где этот? Система, она перед антитоксик. 15. Ну это не та. Не та. Центр клонирования микробиотик. Плюс 15 перерост населения. Ну, а клонер плюс 25, но стоит 3. Ну 15 что? Неизвестно. Ну мы взяли, но вроде дала, да, фиг дала. А потом надо было что-то делать. Вот это без преобразования. В океаническую планету, вот эти все тундриксы, они будут по два. Ну то же самое, что мы тратим на антиграв и плюс преобразование биома океаническое, и оно с одинаковых. А так три раза надо будет, или допустим два без антиграва. Ну, приблизительно да, но он резал. И плюс оно экологию там. То есть если было загрязнение перед терраформинга можно настоять, увеличить линейку производства,
насчет там юнитов, мега юнитов. А потом, когда наберется, ну, загрязнение перед нетерформинг, а там он по минус 40, там такой 55, он сразу быстро за несколько туров восстановится. И плюс терраформинг пойдет. Ментальный космос. Колониальная база. Вот это такой хороший вариант. Продовольствие плюс один сразу. То есть это практически биосфера, за которую можно посмотреть. Ну, мы, скорее всего, единичка расход. А кредитное обслуживание 2 тут подороже есть. Но зато оно сразу дает. Важно при заселении планет суровыми условиями. Ну, кредитов да, побольше. Там за один дает плюс один и плюс один на исследование. Типа, да, исследование. А тут гидропоник. А сейчас этот. Восстановитель атмосферы. Не, антитоксик. Надо понять. Вот здесь ксенобиотика система переработки, это достаточно токсичная планета, для очистки атмосферы и снижение уровня загрязнения. Приветствуют токсичные планеты, планеты шарикового типа. Токсик, антитоксик, планетарный антитоксик. Ликвидация, конечно, маленькая. Но он может дать, он и плюс еще 5 будет вот этот запас. Ну, можно и после терраформинга. Триллиарда, да. Ну, а куда оно ведет это? Это биология, центр клонирования, микробиотика. Да? Ну, планетология ведет. Терраформирование. Ну, у нас есть, если выбирается курс, там вот этот терраформирование. Аватария океания туда. Только, ну только, ну, только тундры. Ну их достаточно. А здесь что тут какое поле? Телепатическая подготовка и повышение интеллекта. Ну мы выбрали повышение интеллекта, а тут опыт заполнять операции плюс 50%. Но опять же все упирается в то, что каких операций это скользкая стезя. То есть он может, конечно, быстро вырасти, если ну много шпионов набирать, их отправлять, и там кто-то пролетает, а кто-то пробирается типа вперед, но они могут сказать, типа отвести своих шпионов или нет, там война будет или сейчас. А если на еще одного плюс один на любого ученого, ну круто. А тут вот это, допустим, рост 50%. Появляется смысл использовать, когда вот этот стелс костюм. Рискованность менее 25%. Ну вот, вернее, на 25% рискованность менее. Ну на четверть, а то может больше. Ну от ранга развитости. От класса шпиона. От классности шпиона. Ну, это немножко не та линия. Интеллект, ну это был бонус. То есть это решать-то так надо, когда тут, допустим, то есть надо вообще, ну, в идеале искать вот и планета со спутников, если это лунная лаборатория, только планета со спутников. Экономит кредиты за 4 миллиарда в тур, исследование плюс 6, плюс 2 везде. Это плюс. Ну, это дает экономию. И конкретно ну, прирост. Очки производства 100. Недорого. Тут 80. Ну, это быстро еще производится. Но тоже выгодно в каких-то случаях.